Всем привет, друзья, с вами Вадим 2К Хаос. По вашим огромным просьбам мы играем в самую нелинейную карту из всех возможных в Варкрафте. То есть здесь каждое твое действие разительно отличается от предыдущего, и постоянно надо думать, что же делать. Вот, то есть прям сразу с начала игры надо принимать огромное количество сложных решений. А именно... И Вадим строй холл, и этот грейди... Загрейдил стенку, загрейдил холл, загрейдил стенку, загрейдил холл. Я не знаю, почему эта карта популярна, возможно, мне кто-то объяснит в комментариях. Вот, но вы уже просите много лет, поэтому я не могу не уважить вашу просьбу. Но вообще очень странно, на самом деле. То есть, дом, стенка, дом требует... А, холл теперь еще есть. В эту тему вмешивается холл, дерзкий. И теперь нужно дерево. А дерево, мне сказал Яндекс, можно купить. Так. Что там, сколько надо дерева? Тридцаточка, блин. У нас один уже умер. Ничего себе. Ого. Так, все, купили дерево. Пока не строим виспов. А виспов как строить? Кто знает? Там создание с дерева жизни, но пока не надо. Грейди пока ферму дальше. Да-да-да, я грейжу. Я купил себе 30-ку дерева и грейжу ферму. Пока к нам никто не пришел. Отличие от вампиров здесь в том, что, ну, во-первых, пипец все линейно, а во-вторых... Так, волк 9 теперь нужно. А во-вторых, когда тролль бьет по вашей стене, то он получает золото. Это пипец как не очень хорошо, поэтому, ну, нельзя кормить тролля, и надо обязательно... Это какая-то неадекватная версия, потому что у меня изначально 40 дамага. Это очень много. Мы сильные, не переживай, мы справимся. Что тут первые 5 стен бесплатно градятся, мне кажется, это более чем. Ну ладно. Так, покупаю, ну что тут надо 64 этого купить, нифига себе. 300 золота, одно дерево, офигеть. Да, дорого-дорого, прям вообще курсы нереальные. Так, ну сейчас еще разочек купим, и все, у меня теперь достаточно дерева, купим золото. Если что, готовимся чинить стенку, 5 хп, кстати, у меня всего. А у тебя есть спелл? Или тут нету? Ого, а тут нету? Тут... Версию, которую мы смотрели до этого, там есть спелл, который делает тебя неуязвимым на 10 секунд. А здесь, видимо, решили, что это имба. Я могу, кстати, сменить время суток. Следующая ферма. Для нее нужна вол 11. Делаем вол 1. Вол 10 сначала. Но я так понял, сейчас уже надо строить Tree of Life и строить светлячков. Очень нелинейная карта, ребятки. Я просто не знаю. Ну, блин. Сложная, сложная карта. Вероятность успеха 0, говорят мне. Ну, черт. Может быть, все-таки есть небольшая вероятность успеха. Ну, кстати, дерево добывается более-менее быстро. Так, вол 11. А для этого холл 3 нужен. Делаем холл 3. В нашу гонку включился еще и холл. Делаем стену 11. И теперь мы можем улучшать золото. Ай-яй-яй-яй-яй. Что такое? Я на бас. Ну вот. Ну офигеть вообще, блин. Мы только развиваться начали. Ну ладно, давайте еще раз. Не еще одна нелинейная игра. Кстати, без тауров довольно сложно. Не очень разумно. А зачем без тауров? Ну, я не знаю. Вадим тауры не любит особо. Да не, ну в этой карте ты как, тролль бьёт? В этой карте, да, я понимаю, что типа это глупо. Нет, тавернубим, отбиваемся чисто рабочим. Как минимум глупо. Ой. Так что, борщ ты будешь или как? Можно, кстати, вот эту карту. Ну пусть борщ будет. Которая сверху. Ну сейчас я до нее дойду как-нибудь. Может, ту, которая слева снизу лучше? Типа маль, это продольная? Да. Короче, вот в эту мы уже играли, я в нее буду. Тоже. Так, ну что ж, ребят, чем мне еще нравится эта карта, она... Ой, блин, я не того выбрал рабочего. Она очень необычная, то есть сейчас мы будем играть, и геймплей будет разительно отличаться. Блин, Шектарик, поблинкай, куда? А вот я нашел. Она будет разительно отличаться от того, что было до этого, то есть, ну, сейчас сами увидите, то есть мы построили тент, построили стенку,
Представляете, достроили стенку даже. Улучшили тент. Улучшили стенку. Улучшили стенку. Улучшили стенку. Улучшили тент. Вот так вот, видите? А я еще наговаривал на эту карту, что она прям однообразная, все дела. Вообще все по-другому. Вот, ну то есть вторая игра и совсем другое развитие у нас. Так, ну что, ждем пока ферма. Отлично. Не, ну в вампирах тоже не шибко линейно, не линейно, скажем так, в начале. Ну ты можешь, не знаю, ты можешь строить базу с первых секунд как минимум, а можешь по карте раскидываться. Это уже по отношению к этой карте пипец как нелинейно. И в самой игре, то есть ты вкладываться в стенку, вкладываться в экономику, фидить кого-то деревом, ну и так далее. А здесь это дом, стенка, дом, стенка, дом, стенка. Ну это да. Холл 2. Наверное, надо сделать холл 2. Так, теперь не хватает дерева. Ну, развитие побыстрее, потому что мы... Уже мне кажется, надо без пауч построить, а не дерево покупать. Ну да, мне тоже так кажется. Потому что висп стоит 500, а мы... Это как покупка 20 дерева. Ну, это Борщ сказал. Борщ как бы профессиональный игрок. Его надо слушать всегда. Но не всегда учитывать то, что он говорит. Хотя, наверное, первые 30 дерева, наверное, стоит купить лучше. Я уже, блин, построил виспа, но теперь тоже думаю, что надо лучше купить. Там же вроде еще все дороже и дороже каждый раз, насколько я понимаю. На, то есть я зря 500 голды потратил, но тем не менее, зато потом быстрее сделаю следующий грейд, посмотрим. Так, тут еще шрифт инновационный. В вампирах-то обычный стандартный шрифт, а здесь вон какой. Ого, ты уже следующую ферму за 800... А, ну потому что ты виспа-то не делал. Поэтому ты клевый. Дом улучшили. Ну, стену общая, так что если нас придут убивать, то твою сломают первый. Ничего страшного. Отлично. Ну, ждем 512 голды, потом еще у нас насобирает... ну, кстати, надо было еще одного виспа построить, потому что теперь грейд очень дорогой. Грейд стоит 64 дерева. То есть надо построить еще виспа и, возможно, еще виспа. Ну да, то есть... Я, пожалуй, за 2000 весь покуплю. Ого, ты богатый. Я пока 3 купил за 500. Ну все, сейчас у меня накопится дерево. К этому моменту будет как раз примерно 1600 голды. Где-то бегает тролль. А как-то маловато, бас. Мы друг друга типа не видим, да? Почему-то, кстати. То есть мы не друг за друга, что ли? Или что это? Я не знаю, с чем это связано, но вообще обычно люди друг друга видят. А я вот вижу, как атакуют тролля. Я надеюсь, он не отдастся по-нубски, как в прошлый раз. Ну, в прошлый раз был я. Теперь не я. Посмотрим, что поменяется. Вообще говорят, что надо не давать троллю фармить, поэтому надо бы башенку поставить. Ну, ставь. Моя стена впереди, я морально пострадавшая сторона, поэтому... Так, все, можно дальше улучшать дом. Надо 128 дерева. Такого количества дерева у меня отродясь не было. Построим еще одного бомжового виспа. Будем занимать елки. Ну, вообще, надо, наверное... А, кстати, живот сюда идет. То есть за 2000, за 3600. Ну да, надо хотя бы за 2000, наверное, строить виспов. Потому что бомжовые, они слишком много елок занимают. Ну, их потом можно сломать, конечно, но они того не стоят. Ну да, кстати, он за 2000 вообще там собирает. Очень быстро. Так. Ну, кстати, тут выгодно. То есть за 3600, то есть не x2. А, кстати, я могу уже скоро построить следующий дом. Так, вол 12. Сейчас. Не, на самом деле, может, что-то есть в этой карте прикольного. Я надеюсь, что мы это раскопаем. То есть если я скажу, не, чуваки, я был неправ, тролли против эльфов, супер нелинейная интересная карта, я буду только рад, потому что, ну, это еще одна интересная карта. Тут, кстати, есть висп, который делает рудники. Какой? Ну, голдмайнер на нем, там написано. А, вот, справа. Я вижу, отдельно. Ага. Так он за дерево большое довольно количество делает эти рудники. Ну, он 25, 200... Так, ну мне надо сейчас лучше ферму улучшить. Да, сейчас как раз... А ты не крутишься вдоль деревьев? Нет, такой крутой висп. Он не хочет этим заниматься. Так, давай. Сейчас еще за 3600 виспа построим.
Все, дерево сейчас у меня будет много. Ну, кстати, вот нелинейность. Строить виспов, не строить виспов. Вол 13, но она 8000 стоит. Это пипец. Мне кажется, надо сейчас немножечко увлечься, что ли, рудниками. Так. Я вот сейчас коплю на виспа, не знаю, хорошая эта идея или нет. За 18 тысяч или за сколько? Угу. Не, ну. Ладно. Это была не такая плохая идея. Че, он прям тебя супер обеспечивает? Так, ну сейчас, сейчас 10-я ферма должна быть 1024 голды в секунду. Ну, то есть, довольно неплохо. Чё-то вы медленно. Но этот чувак шарит, как играть, так что... А, у него тоже по 512. Чё он... А, мы базы видим чужие, кстати говоря. Уже видим, да. То есть, вначале, видимо, не видишь. Так, ну чё, у меня уже база, которая по 1024 в секунду фигачит. То есть, я могу уже... Какого-нибудь дорогого виспа там за 18 тысяч. Ну, за 80 это уже слишком будет. То есть за 18 тысяч и начать строить уже рудники, наверное. Блин, я по-вампирски построил здание на... через полклетки. Это, наверное, не совсем правильно. Так, 800. 36. Правильно, хотя... в смысле. Мне кажется, ну да, то есть там... меньше рудников будет. А, этот висп заходит, заходит в шахту. Ого-гошеньки. Так, ладно, а что тут надо еще? Ну, конечно же, вол 16. А вол 16 надо холл 4. А холл 4 строим. Так, сделаем какой-нибудь еще рудничок. Текс. Улучшаем стену. Всего-то 16 тысяч. 32 тысячи следующая стена. Так, ну и здесь мы смотрим, что. Ну, еще за 800 давайте нам. Нормально, в принципе. Ну, конечно, по сравнению с главной базой это фигня. Ну, сделаем еще за 800, что ли, дерево еще одного товарища. И сделаем какого-нибудь виспа суперсильного. Хотя 18 тысяч следующий за 80. Кстати, а что бы... Вот можно сделать за 80 тысяч виспа, и, конечно, я буду очень богатым. Ну, я вот сейчас 3200 коплю дерево, построю рудник. Буду добывать. Ты прям такой максималист, я вижу. Угу. Не, ну, по плюс 150 довольно зафига идет. Так, вол 16, для этого надо фарм 10, холл 4, хантерс холл. А что за хантерс холл? Это другое здание. За дерево он продается. Я не привык к другому зданию, я тут привык два здания сюда-сюда. Так, 65 тысяч. Старайся тоже покомпактнее как-нибудь. Ну да, я стараюсь. Ну... Рудники вон там более-менее компактно. Так, что, у меня уже 16-я стена. Хантерс Холл есть. И надо... Что надо? Надо копить деньги на улучшение дома, потому что он будет по 2048 приносить. 51 тысяча золота, дерева хватает. Текс. У меня, у тебя, наверное, сейчас дерево больше, потому что ты построил... Не, я же построил дорогой рудник. А, то есть... Так, ну я главный дом все улучшил. Следующий вол 19, это пипец как дорого. То есть сейчас, наверное, надо немного увлечься дорогими виспами и рудниками. Текс. 80 тысяч. Рабочих строить. А каких рабочих-то? Ну-ка. Виспов он имеет в виду? Не, рабочих, которые ремонтируют бандат, стенку. А-а-а. Только я не знаю, где они находятся. Так, за 3. Видимо, в воркшопе. Но это новое здание. А новое здание мы не любим, как мы помним. Да, да, да. Ты карте что, стена дом, что еще там? Какие-то еще другие здания. Так, ничего себе подорожание 3200, а следующий стоит вообще пипец как дорого. Что-то мне не нравится, что у меня висп перестал много добывать, поэтому надо за 80 виспа сделать. Я уже сделал за 80, да. Так... Ага, вол 19. Ну там вообще космические какие-то темы. Так что давайте. Да не, пока, кстати, не так-то. Ну, видимо, сейчас за 80 еще сделаем виспа. Вот этого задиспелим, наверное. Видимо, я со своим максимализмом немножко обнаглел и... Ну да, да, да. Здесь так, по чуть-чуть. О! Просветили нас, ничего себе. Не, ну учитывая, что у нас нет ничего, надо бы идти дефать, наверное. Ого, а что он этот, он офигел, он напал на нас. У нас тевров нету. А как башни делать? Вот это что ли башня? Ну-ка. Эй, нифига, он просто фармит на халяву. Надо что-то так, сделать. Надо дефать, да. Блин, а что тут за таверки надо делать-то вообще? Soul не Tower знаю, Magic. Я вот
Я первую построил, ты какую-нибудь другую построил. Я Чао Ставорку построю. Вот, фиг тебе. Короче, по всей видимости, мы очень сильно фигим. Нам надо что-то делать. Ну да, что делать? Да блин, к нам никто не приходил на протяжении двух игр, и тут сразу хоба такой. Мужик. Не, ну Яндекс-то так. О, нормально, кстати, мы начали его фигачить. Я сильно просел по итогу, но загрейдил. А что у тебя за башня-то? 6 левела? У меня 4-го 320 дэмэджа. Ого, да, у тебя нормально. Она стоит как... Да, нормально она стоит. Так, ну что, майнера еще строим. Блин, что-то пипец, как-то места не хватает. Так, а есть что-то еще? 51 тысяча, ё-моё, дороговато. И вуаля. Так. Тут что-то инженер болтает. Так, 250 тысяч, ё-моё, 250 тысяч есть висп. Может, может такого построить? Я, наверное, сейчас накоплю на 250 тысяч виспа. Ой, максимализм тут не приветствуется. Ну, да не, чё. Что за этих бомжей надо рассеять? Мне надо, наверное, голдмайны. Хотя, в принципе, всё в порядке. Да у меня вон, смотри, несколько голдмайнов. Не, виспов я пока бы не развеял, еще деревья вон тут, вон внизу есть, так что. Да-да, просто чтобы не мешали. Просто висп идет, а пока этот висп идет, там несколько раз, так, 18-е, а что тут надо, 19-е. Так, пока висп такой дорогущий идет, хоть какой-то короткий промежуток времени, это уже огромные потери. Может быть, да. Так, 45 тысяч. Че, Яндекс, нам больше не придешь? Да Яндекс, приходи, что там, мы тебя искренне встретим. Ой, лол, у меня рудник уже больше, чем главная база добывает, пипец. Что-то я, наверное, не так делаю. Нифига себе. Так. Бля, что за рудник? Строй давай, добывай. Так. Ага. Нормас. За 51 тысячу строишь рудники? Нифига себе. Да. Я жесткий. Так, ну все, пора главный дом, наверное, улучшать, а то какой-то он у меня бомжовый. Так, 450 тысяч на 100 тысяч. Ну сейчас быстренько накопим. Видимо, я слишком сильно вложился в таварку. А сколько ты вложил в нее? Ну, я очень много вложил. У меня вот 7-е улучшение стоит 400 тысяч золота и 20 тысяч дерева. Так что, мне кажется, 6-е стоило, хотя я даже если половину. Это уже а я построил, короче, виспа за 760 тысяч сейчас. Жестко. Так, ну сейчас я, наверное, несколько еще этих майнеров построю, что ли. Потому что это клево. Так, что тут? Декс. Декс. Так, улучшаем стенку. Еще разочек сейчас ее сделаем и главный дом улучшим. Хотя я уже не знаю, стоит ли улучшать главный дом. Это как-то неадекватно дорого. Сколько он будет давать-то денег? 4 тысячи в секунду, ё-моё. Так это вообще невыгодно получается. Что-то непонятно, какой смысл, конечно, улучшать. А в чем вообще прикол? Как тут побеждают? Я просто не очень в курсе. Ой, я построил виспа за миллион, представляешь? Я не знаю уже просто, куда ресурсы девать. Дай денег мне. Я тоже построю виспа за миллион. Ну давай, если тут быстро листается, я тебе изи дам. Не, слушай, вряд ли. Тут даже с контролом. Ну как бы мне очень долго надо листать. Вот я все это я время понял, налистал понял. Только на это. А тут же как бы не, этот, сложная нелинейная карта. Надо как бы этот стараться. Ой, за 200 да, тысяч построил рудник. И... Блин, опять лям-то, что ж такое-то? Оп. Мне кажется, эта карта немножко не сбалансирована. Есть смутное подозрение, скажем так. Да фиг знает. А что, типа, слишком легко нам или что? Слишком легко нам, да. Ну в ней же как-то играют. Так, сейчас надо все виспами за миллион занимать. Пока я не застроил там все к чертям. Там внизу еще виспов, переводи тоже вниз. Эй, ты куда пошел-то, друг? Алло, висп за миллион такой, как и на изи. Побежал отдаваться. Так, с хантерского можно сломать. Яндекс, мы можем тебе рассказать, где есть базы, если тебе это надо.
Вот тут одна вот очень слабая база есть. Офигеть, так деньги копятся, это пипец, конечно. Да. Ой, блин, опять лям. Что-то. Ну да, лям. А на что их тратить ты хочешь? Я ну на виспов, наверное, за лям. А, надо стенку апать. Отличный план. О, лям дерево у меня. Класс. Лям дерево, строишь шахту за лям. Лям золото, строишь виспа за лям. Все просто. Замечательная история. От ляма до ляма, я бы сказал. Можно эту карту назвать. Так. А, еще виспа за лям. Оп. Так и этот, а куда девать такие космические ресурсы-то? Так я тоже не знаю, я думал, ты в курсе. Блин, я Хантерс Холл отдал. Я построю какой-то глаз. Всё, у меня есть глаз. А, это чтобы видеть, не видим. Место жалко. Так на самом деле можно сюда было какой-нибудь воткнуть. Пец, золотой рудник обрушился, это как так-то? А, да там типа не максим... Ого, ничего себе. Вся, еще один рудник залям. А че он обрушивается-то, гад? Блин, у меня фу... О! Слишком быстро накапливается фул ресурс. Ё, просто он ломает стену, смотри, пипец. Нифига себе! Ты че вообще? Ты кто такой? Клевая карта и конкурсы интересные. Блин, писец, мы всю игру, он нас пожалел, типа... Жесть, всю игру мы типа были чемпионами, а потом он пришел, что-то купил и снес. Ну да, надо было стену, конечно, грейдить. Так, а я не знаю, мы не слишком... Он типа дал нам, может... я так понял, еще один шанс. Ну, сейчас надо подготовиться к его приходу на этот раз. Да просто, блин, когда в карте все так легко, то сложно заставить себя что-то сделать сильное. Это да, но не настолько же все должно быть сложно. Там, кстати, можно было сразу апнуть стенку до 17-го уровня. Да. Блин, опять Хантерс Холл задолбал он уже. О, я базу апнул. Еее. Так. Яндекс, а какая стенка тебя сдержит? Я как бы... Мне просто интересно. Финальная. Класс. Так. Ну я не знаю, у нас постоянно по миллиону, то есть нам довольно просто, наверное, будет сделать финальную стенку. Ну это-то да, но какая, а финальная это какая? Яндекс, слева, справа, по центру две. А, нет, это одна общая. Так. И еще по центру слева есть. И внизу справа есть. Всех сдал. Гитарик, да, такой вообще по дешевке причем. Не, ну а что, нас так сломали? Нам надо время. Пусть их тоже сломают. Нифига просто. Он пришел к гнематику и даже быстрее, чем нас сломал. Просто... Так, ну что, есть стена за миллион. Я не думаю... Миллион-миллион. Я не думаю, что будет стена дороже, чем миллион-миллион. А может, можно как-то грейдить какие-нибудь эти... Так, а что за sacrificial pit нужен? Нужен глаз. Ага. Я, короче, какой-то холи апгрейд сделал. Я не очень понимаю, что он делает. Так, final farm. А. Ну, это мой изи. И вуаля. Так, а, на опять миллион-миллион. То есть они... Ну, в принципе, да. Я думаю, создатели этой карты переживают, что здесь нет 10 миллионов, потому или там сотки миллионов, они бы так бы и дальше сделали. Борщ вообще, типа, раскачанный, ходит такой крутой. А у тебя тут этот рудник, кстати, сломался. Так да, они раз за разом ломаются, гады. Надо нескольких виспов, что ли, построить? Несколько рудников. Так. Ты слишком много деревьев занял, мне не кажется. Ну, может быть. Но я могу сейчас пару подиспелить. Вот этот бесполезный. Я пока нормально. Я два дерева он сдиспелил, как минимум. Блин, куча стен. Туда пройти-то можно вообще? Можно.
Что? Я случайно дерево свое сломал. В смысле, виспа или что? Нет, дерево, ну, задиспелил. Ну, который виспов делает. А. Так, еще одна стена за миллион-миллион. Ну, пожалуйста. Мне не жалко. Слушай, а финальные рудники почему так быстро рушатся? Не знаю, но я так понял, их не надо строить. То есть лучше строить предыдущие. Они стоят сколько угодно. Ну не, они типа полезные, но... Они слишком быстро добывают. Так, ну-ка, надо посмотреть, что еще тут есть. Так, а где ресерчи делаются? А, видимо, вот это вот. Так. Смотри, он ее не пробивает так просто уже. Ага. Я мы ее починим. Живем. А что такое холи апгрейд какой-то есть? Не знаю, это я вас построил, дрянь какая-то непонятная. Блин. А что такое? Что какие башни-то строить? У меня за лям башни. Я тоже не в курсе. Нам нужны люди, которые понимают эту карту. Блин, у меня Чаус Тауэр 10 левела, да ё-моё. Теперь на минималках. Нет, замечательно это здесь. Как здесь победить? Кстати, мы отчинили самое забавное. Он там и не наносит ничего. Сейчас придет сапнутая атака, и Вадим, надо градить стену. И построй же здесь Хантерс Холл. Нормально. У тебя же блинки есть. Так лучше. Так блинк, у него КД, в том-то и дело, как блинкнешься. Так и это. Ну что-то дерева уже не хватает. Давайте за лям еще виспа построим, чтобы уж точно. Так. Ага. А че, а где ресерч, где изучения делаются? Не знаю. Должно же быть здание для ресерчей. Холлипорт какой-то есть, что-то такое. Видимо, холлипорт надо построить, чтобы выиграть. Ну, я его уже построил. И что, что там есть? Так, вагон. Тут есть куча всякой фигни. И для них требуется Holy Tower, Final Ghost Upgrade. Слушай, ну опять тебе Hunter's Hall сломал. Да лол, да он какой-то вообще крылатый. О, офигеть. Ну это моя товарка была. Ой, моя башня, так что. А мою что он? Так, ну-ка. Тут была клевая тема. Оп. А, да блин, я думал, сейчас минус 1000 этого, нормально будет. Фух. Так, Final Research. Так, вот здесь всякие research. Ну тут надо Final Ghost Upgrade, Final Holy Upgrade. Что это такое вообще? А вот ну, в сердце может... Это из башенок. Final Holy. Это что за карта? Тролли против эльфов. А, кстати, у нас корни же есть. Смотри, можно. Оп. Что-то они не работают, что ли? О! Не, мы спали. Ну, а если так по очереди фигачить? Так, а где-то же можно... То есть надо все башни одного типа, я так понял, типа... Слушай, у нас тут этот, Frost Armor есть. На стенку кидаешь. А. Нормально, мы отчиниваем. Ну, я не знаю, я Чао Старки тут 15 левел сейчас сделаю. Блин, у нее атака, что на экране не помещается. Я не знаю, все равно плевать ему. Надо куда-то стенку, наверное, воткнуть свою. Так. Я, короче, сделал все. Final Chaos Tower. Я понял, надо все таверки в final типа делать.
Так, ну что, эти разламываем, они все равно не нужны. Яндекс, ты думаешь, что мы понимаем, что такое для тебя дерево, там, не золото, так ты глубоко ошибаешься. Так, ну что, теперь надо, я так понял, все вот эти вот Ghost Tower, Chaos Tower, Magic и Soul. Так, Ghost. Ой, не все же, просто Ghost. Magic. Ну, я так понял, это первая строчка, Soul. Все, и все максимального уровня. А их сразу нельзя, да, я так понял, на максимального? Оп-оп. Скорее всего, нет. Блин, а этот грант не выделяется. Что такое, блин? Что за дискриминация? Так, Ctrl 3. Так, Z, Tab Z, Tab Z. Tab Z какая-то. Tab Z, Tab Z, Tab Z. Сейчас затабзешимся. Только Hunter's Hall опять нет, блин. Яндекс мародер постоянно ломает мой Hunter's Hall. Так он сюда построил, я вон видишь, что сделал. Он же не убьет нас нагло. Яндекс же у нас не такой. А, просто через атаку пойдет, случайно завалит. Ого, золота не хватает. Сломай какой-нибудь рудник. Сломать рудник, если золота не хватает? Нет, в смысле место для места. Да какое место тут? Так. А, блин, я пока боялся, что золота нет, уже золото есть. Так, три давайте, оп. Зашечка. Кстати, в этом, в холле своем потом используешь пылы? Да я использую, да. Ну там минус сколько-то армора есть, но у него в 10 раз больше этого армора, то есть... Я додумал, сейчас да, я сейчас его дебафну, наши таверки его завалят, так фигли вообще нет. Так. Так. Блин, здесь даже в этом, блин, супер, не, супер линейный геймплей. Просто улучши все таверки до максимума. Зашибись. Кстати, у меня был баф... А, это баф на атаку у главного здания. Это бафы свою самую сильную таверку. И все будет клево. А, это тогда. Так у меня одна она. У меня одна таверка. Он мне два раза стену ломал. Меня... Я ничего без стены строить не могу. Ой, смотри, блин, какой-то неприятный. Я просто армор накинул. Башни станется в этой карте. Я тоже накинул, блин. Тут, блин, плохо. Так, ну ладно, я апну свои таверки атаку. Ну ему вообще наплевать, и стенки наплевать, всем наплевать. Так и живем. Он к магии неуязвим стал. Ну он, да, заюзал вот эта зеленая, когда штука вокруг него, он неуязвим. Так, ладно, еще сейчас залям сделаем финальный рудник и быстренько получим. Смотри, он тут этот, в наглую. Можно подстанить его просто. А, неуязвимая вот эта штука. И корни можно накинуть. Да. И тебе можно корни накинуть. Ему можно клево сделать, когда мы накидываем корни, отойти чуть-чуть. Так, Soul Tower 10 уровня, пожалуйте. У него целых 0% задоджить атаку. Хорош. Так, 10. А что после 10? Правильно. 11. Так, вот эту фигню надо убить. Сюда еще виспа долбануть. Виспы хотя бы за лям, они долгожители. Так. Прожми станчик в ферме. Я корни жму. Так, 13 уровня, Magic Tower-ка. Да ё-моё. Ну же. Ты таверки греешь, я вон стену пытаюсь догрейдить до конца. Блин, эти, наверное, штуки тоже... Ой, смотри, он прям это сносит, когда нас станет, гад. Двое эти таверки. Вы для чего вообще сделаны, я не понимаю. Прикольно, ты строишь таверку за миллион, и она не наносит урона. А потом ты ее еще раз улучшаешь за миллион, и она не наносит урона. Ну, последовательность. И она... Сейчас я построю еще одну таверку за миллион, и что будет с ней, как вы думаете? Так, Frost Armor я скоро смогу накинуть. Блин, корни вместе кинули? Ну, стойно. Frost Armor, скажи, как будешь накидывать, чтобы вместе не кинули? А, ну... Ну, я вот скоро, как КД пройдет... А мы примерно одновременно делали, поэтому... Ну, он ушел, наверное, опять затариваться. Так, скоро ты будешь, блин, максимального левела. Так.
Блин, я думал, я быстренько сейчас смогу что-нибудь финальное построить и нормально. Так тут же последовательно. Ты это... Вообще тупо, когда все залям. То есть ты не можешь золото накопить на будущее, а потом все хоба сделать. То есть надо все делать параллельно. У меня рудники скоро обрушатся. Так, наверное, залям надо сделать рудники, не знаю. Да они, блин, быстро исчезают. Ты про них забываешь. Ну да, но зато, когда золота не хватает, ты его быстренько делаешь, получаешь там огромное. Тут получается, этот, 220 голды в секунду где-то там. 220 тысяч голды в секунду, то есть очень быстро. Блин, теперь дерева не хватает, да что ж такое-то. Так. А еще вот это у меня нифига не улучшено. А, тоже залям улучшается, хорошо. Так, вот этого можно сломать и сюда залям еще тоже. Армор накинь. Так, сейчас накину. Почему мы его не дамажим? Меня это немножечко раздражает. Да мне кажется, его не убить. Тебе надо холи портал в этот просто там что-то прожать, наверное. Так не, в холи портале ты делаешь грейды. А как закончить игру? Ну надо построить все финальные башенки. Потом сделать за это грейды. Там, например, Final Holy Tower. Ну, вот все вот идем. О, Final War. Нужна War Tower. А что за War Tower, блин? Фиг пойми. Я тоже арморку накинул. Так, я пока корни тогда сделаю. А, он антимагический, типа. Так. Ага. Еще давайте башню залям. Давно этого не делали. Так, ладно, я так понял, надо сейчас снова гуманитарную помощь от виспа за миллион дерева. И за это время быстренько... Так. И, кстати, главное, из всех этих таверов одинаковая атака. Ну, то есть, ладно бы там они комбились как-то, делали что-то. Одна снижала армор, другая там еще что-то. Я корник, блин, корни не могу кинуть. Я подстанил, ага, стан не сработал. Ну вот, все. Что он сейчас сломает? Ага, и убежал. Да. Троллит нас Яндекс. А мы тут все в своих миллионах путаемся. Так, сейчас я построю еще одну Final Tower-ку, и вот потом точно все будет хорошо. Но это не точно. Яндекс, мы, конечно, рады, что ты очень великодушный человек, но... Но играть от этого не веселее. Так, еще одну башню. Пойду тоже башен понастрою. Ghost Tower 13. Да, смысл в этих башнях? Знаю, пусть будут. Так, War Tower надо бы найти еще. Башня войны. Блин, как бы сделать, чтобы не запрекать? Да, пофиг, видимо. А, вот так можно. О, вот так можно построить. Так, что за War Tower? Chaos Tower. Ghost Upgrade. Это типа апгрейд всех этих таверов, что ли, или что? Holy Upgrade. Так, так здесь только апгрейды, что за War Tower? Откуда я знаю, что за War Tower, блин? Может, она где-то грейдится? Просто такой таверки-то и нету. Ghost Tower level 14. Что, эти мастика сломают? Оп. Видимо, по добыче определенного количества золота рудник ломается, что ли, или что? Так, да, там есть золото. Миллион, примерно. Да не, не миллион, явно там, ну, побольше. Так, Final Ghost Tower. Сейчас я смогу построить, наконец-таки, Final Ghost Tower. Ура! Так, а это что, это просто мой рабочий. Так, все, теперь я могу сделать Research Holy Tower. И Holy Tower, я надеюсь, что-то дамажит хотя бы. Это не точно, конечно. Проклятье, утр. Так, еще давайте, хопа, Gold Miner построим на будущее. Так, Holy Tower. Она, естественно, стоит нашу старую цену. Миллион-миллион. И делаем еще один рудничок. Нет, пока не делаем, потому что нет дерева. Но дерево копится очень быстро. Надеюсь, эту таверку не надо 100 раз за миллион-миллион загрейдить, иначе я расстроюсь. Ну-ка. Сейчас смотрим. А ты считаешь, в смысле? В смысле, считаю. Ну просто миллион-миллион, это ждать надо. Так, о, у этой таверки... Таверка прикольная. Так.
Классный товар. А, если ты сделаешь апгрейды на все-все-все башни... Ага, если ты сделаешь апгрейды на все-все-все башни, то ты сможешь улучшить вот эту свою башню. Но это же писец как долго. Блин. Что ж такое? Димасик, кстати, отбивается. Мы типа слабые, оказывается. Ну, Димасик-то шарит в этой карте, а мы-то нет. Так, ладно, давайте посмотрим, какие апгрейды еще я могу сделать. У нас нет чинителей. Димасик, как сделать хелперов? Рассказывай. Дима, говори быстрее. Ну, кричишь, хелпер. Строишь ты завод, короче, воркшоп, и там нанимаешь. Воркшоп. Вадим, у нас нет воркшопа. Ну, давай, займись воркшопом, а я башнями занят. Я вот строю башню. Сломай эту башню, пожалуйста. Блин, ну ладно, а где я построю-то еще башню? Вон, а это сердце мое, ее просто. Так, вот у этого, у леса построй. Они же тебе больно нужны, что ли? Как вам карта? Ну, замечательная. Очень классная, нелинейная. Все нет, такое. Я не могу там ее поставить. Ага, я отсюда выйти не могу. Это массовый поток сарказма или... Да. Как ты думаешь? Так. О, вот еще бомжовый висп, сейчас мы его заменим. А что после Holy Tower делать? Ну, я эти ауры грейжу. Ну, надо все-все-все вот эти штуки, да, загрейдить, и тогда, я так понял, ты можешь улучшить этот Holy Tower. Мда. 150 тысяч денег. Так, еще один висп за лям. Но Holy Tower его никак вообще не пробивает. Да, ее просто. Ну, по крайней мере, одна. Чего, чего? Я говорю, этот, они по 500 тысяч стоят. Эти хелперы, их 4 штуки можно купить. А что за... Так ты построй всех, ну, мы сильно много-то все равно их не поместим. Что за War Tower? Объясните мне, что за грейд на War Tower? Ну, в этом, в портале. Так нет, War Tower тут требуется. Ну, в портале грейд называется War Tower, на него требуются все... Все кринальные тауэры. Так, а где грейды на эти таверки? Я уже забыл. А где грейды на таверки? Ты так угрожающе спрашиваешь. Грейды? Верни грейды. Так не, серьезно, я что-то забыл. Где грейды? Я что-то снес уже, что ли, для них? А, вот они. А, это надо все штуки построить, ёпрсты. Так, Борщ, главное тут не мешайся, а то тут пипец. Места не хватает, сам понимаешь. Чего так по деньгам все плохо? А, понятно. Так, блинк. А, блинк КД. Давай достраивай. Так, точнее, оп, оп. О, ничего себе, не хватает чего-то. Так, надо рудник за лям построить, походу. Сейчас рудник за лям. Блин. А, вот так вот, точнее. Рудник за лям быстренько строим. Ну да, то есть его надо строить один, и когда вам резко нужны ресурсы. Так, это гост апгрейд. Сейчас сделаем чаос апгрейд. Сейчас сделаем мейджик апгрейд. Так. Сейчас посмотрим, что такое War Tower. Стоит она, естественно, миллион. А где его купить-то вообще? Так на это грейд в портале. А для этого надо вот эти вот фигнюшки поставить. Я не понял. Это ангел из пятых героев. А, так их всех еще надо загрейдить максимум. Ёпрст. Ну, кто бы мог удивляться. А они за сколько стоят? О, кстати, они не миллион. Что-то не так. Что грозит этим землям, блин. Если там не миллион, то после этого будет, скорее всего, еще 3 грейда за миллион. Да, пипец вообще. Не, мне кажется, можно этот дать, я не знаю, там, Нобелевскую премию тому, кто может объяснить, чем эта карта интереснее каких-нибудь вампиров, например. Причем Нобелевскую премию мира нафиг. Так. Че там, 3, давайте, грейдим. Гост апгрейд. Ну, конечно. Больше башен. Стенка 30-го левела. Ого, ты крутой. Так. Ну, тебе ему не надо было перестраивать стенку 3 раза. Так, в смысле, здесь-то проблема не в перестройке, а в том, что сделать здесь все эти файнал фигнюшки. Нет, просто... Стенку я тоже перестраивал. На меня на одного из первых нападали. А-а-а. Со словами «фидиш, но бас». Сейчас обидно было, да? Так,
Так, сейчас строим еще этого чувака. Ой, я просто случайно его задиспелил. Ну ладно. Так. Так, why not? Guard tower. Офигеть, где столько места? Я так понял, вот эта база, которая наша огромная, она на одного и кое-как хватает вообще. Если все вот эти квадратики в ней строить. Видимо, надо было просто рядом строиться. Блин, не, а ну, они посмотри. Дают этот, они бонусы это дают. А, кстати, они бонусы в огромном радиусе дают, так что нормально. Вот эти вот квадратики отстойные. Не, ну, Вадим, вот смотри, вот здесь вот база, она еще, она более-менее совпадает, а вот здесь она прям маленькая. Так что на одного, ни на одного тут не совсем понятно. Ну, просто представь все эти квадратики, портал еще где-то вмещать. О, я его пробиваю. Ничего себе, а это о, чем? War Tower. Но это еще не финалка. А, War Tower, да, я все еще жду. Он напал, пока у меня тавер как грейдится. Я все еще жду свой War Tower. Тут еще 3 миллиона апгрейдов, так... Я вот слушаю вас, у меня вопрос единственный возник. Миллион это... Реально ну, миллион? Который лимит в Варкрафте, да? Да, да, да. Ну, да. То есть ты постоянно ждешь, пока накопится лимит и быстренько грейдишь. Возможно, вопрос. Эти таврки стоили бы и по десятке, и по сотке, если бы лимита не было. Тут создателю не дали просто разойтись. Да. Чертовы формальности. Так. Ну, таврка, грейдись быстрее. Эй, поставь на автопочинку, Шакитарик, давай. Так, стоит. Ага. У меня халпер стоит. Ну сейчас этот, сейчас аура еще на нашей башне. У меня вот эти вот еще ангелочки есть. Он все равно сносит. Ну, кстати, не, мы типа отчиниваем, ну так. Ты Frost Armor кинул? Нет, пока. Кинь. А я пока корни сделал. Фух. Да пока не надо вроде. Давай же, давай же. Final Chalice Upgrade. Ну же. Да ёпрестой, сколько золота. А, блин, у меня рудника не... Надо рудник построить за миллион. Блин, постоянно этот рудник подстраивать. Это, конечно, так, Б. Чё, это, наверное, F какой-нибудь. Да, реально F. Так. О, кстати, мы его дамажим даже каким-то образом. Это как так-то вообще? Дэмэдж плюс 2 миллиона 621 408. Ну, как мы его реально... А, ну у тебя холи тавер, два холи тавера, поэтому мы поддамаживаем. Но загрейженный холи тавер будет его дамажить, причем так хорошо. Ну, там да. Можете мой, кстати, оценить файл тавер. Три холи тавера. Ой, там нормально. Столько нулей будет, я до стольки считать не умею. Вадим, тебе не кажется, что три холи тавера это перебор? Почему? Ну, типа... Ну я сейчас когда-то научусь их улучшать и... А, они улучшаются в War Tower, понял? Да не... А они в War Tower разве улучшаются? Я не знаю, я... В принципе, я тоже не могу прочитать число дамага моей башни. О, я делаю грейд на War Tower, ура! И сейчас вот, наверное, миллион-миллион. О, как я догадался! Интересно. Опять миллион-миллион? Ну, по крайней мере, никто не скажет, что это короткая партия. А у тебя War Tower, да, Димасик? У меня Final Tower. А, то есть это еще улучшенный War Tower, это, да? Это самая последняя. Крутой, ну, крутой. Посмотри на нее. Посмотрите на свою башню и на меня. Да, я на коне. Я из камней. Ой! Чуть не выбежал. Не, ну это был бы провал. Так, так а чё? А, теперь надо вот этот вот грейд. А сколько он стоит? Естественно. Ну вы поняли. Тут даже как бы комментарии излишни. Даже Дима догадался, который не играет. Не, ну слушать вас довольно забавно. О, я построил статую. Еее, посмотрите, она больше тролля значительно. Так, и давненько мы не строили последнего рудника за миллион. Так, статуя растет. Еще один War Tower, пожалуй, влепим. Ой, кстати, смотри, что-то он нас сносит, надо корни сделать какие-нибудь. Ой, а что такое? Сделался, у меня сделался грейд, и я оделся в какие-то доспехи. Фух, нормально живем. Так, и теперь мы
А что, финальная О, финальная стена. Отлично. Она сама построилась? Или ты ее граденул? Так, а еще Guard Tower нужен какой-то. Вот это, видимо, да? Research Final Tower. Holy Elves. А как сделать Final стенку, Димасик? Ну, короче, если ты не можешь сделать грейд в стенке, делаешь грейд в башне. Если не можешь ни в стенке, ни в башне, делаешь грейд в портале. А, я вижу, Guard Tower, да. То есть тут как бы мы вернулись к истокам. Так, я могу строить сразу 21-ю. Давайте стенку. Корни что-нибудь на него кидаем, там Frost Armor кидайте, что-нибудь такое. На корни уже, у меня уже нет корней почему-то. Ну, у меня появились какие-то другие скиллы. У тебя дискриминант отрицательный. Я стал холи эльфом. Холи эльфом? Ух ты. Да. А я сейчас, кстати, строю Guard Tower, это, видимо, финальная таверка, которая есть. Так, а это сколько стоит? А, тоже миллион-миллион, ну ладно. Так, ну-ка. Сейчас как армора мы снизим. Как атаку тут бафнем. Ну-ка, ну-ка, я, ребятки. Я стан, пожалуй, прожму. Е-е-е. Чё-то вообще нифига, я достроил эту башню, бафнул ее, снял ему армор, ему наплевать вообще. Так, давно не строили башни за миллион-миллион, так. Делаем рудничок. Да ё-моё. Да сейчас хватит. Яндекс сказал, что это у него все финальное, то есть сильнее он не станет. У него крест же там какой-то был, то есть. Так, Final Wall, Final Tower. А сейчас я смогу сделать Final Wall. Еее. А потом сделать еще одну, где-то у меня был Final Tower. Еее, все, тащим. Да. Ну, прикольно, этот таверка дает кучу. А, есть еще Final Tower после Final Wall. Круто, круто. Last Final Ultimate Wall. Да, супер мега Final Супер Damage XXX50. А почему мы не видим никого? Че за фигня? О, это Шкитарик, давай ты снесешь свой воркшоп, я туда еще пару виспов влеплю. И своего виспа задиспылю. Без проблем. Так, сейчас построим одного. Слушай, я тоже хочу виспа. Ну давай тут как раз 4 елки по 2 виспа. Давай. А, это не мой рудник, ё-моё. Смотри, что-то приток золота остановился, а тут, оказывается, твой рудник стоит. А на том месте, где мой стоял, я думаю, нормально, рудник живет. Так, сейчас еще. А, тело просто обрушил. А, нет, не обрушился. А я новый построю. Кстати, по-моему, финальная стенка постоянно получает дамаг. Ну, я просто не знаю, у меня хелперы ее по КД чинят. Вадим, слушай, ты не хочешь сломать вот Gold Mine 2, Gold Mine 3, Gold Mine 4? Да не знаю, можно, а смысл? Что там строить? Ну, Миместо. Миместо. Так, да, кстати, она постоянно... Ну, я не знаю, а что там построить? Я так понял, по рудникам все просто, ты фигачишь? А, ну, типа, чтобы освободить тут... Ну, ты хотя бы, да, там, пред-пред хотя бы поставь, чтобы они нормально приносили. И не, да зря не, не а рудник, я так понял, ты строишь последний каждый раз, и все. А так я тут просто проход деревьям освобожу, еще мы с тобой по одному виспу сможем лепить. Ну, тоже как вариант. А так-то больше рудников не надо, потому что этот, ты один лепил, он сломался, ты его снова влепил, и все. И он все твои потребности по золоту обеспечивает, в принципе. Остальные, они все равно настолько мало добывают. О, супер мега файнал пупер мега гипер миллион тавер левел миллион. Я пока ни одного апгрейда еще не могу сделать в этом портале. Когда-нибудь я до этого доберусь. О, холи эльф, давай... я сейчас стану. Женя, давай я тебе дам миллион ресурсов, и ты давай. Сделаешь. Ага, ты ему тысячу лет будешь перекатывать их. Сначала не. Дерево, потом и золото. Я за это время накоплю. Мне хотя бы будет чем заняться. Давай, давай, скидывай, я не против. Может, я 500... скидываю. Скидывай по 500 тысяч, чтоб я успел тратить. Ты, кстати, проверишь, Хитарик, у тебя не осталось ли бомжовых виспов, которые не по 2200? Нет, не осталось. Ага. Да я сразу диспелил. А может, тут есть какая-то команда? Попробуйте меня убить, говорит Борщ. Ну, да. Ну, у меня 3 Final Tower'ки, то есть я чувствую, что сильнее я вряд ли кого-то смогу построить. Но я сейчас стану святым эльфом, единственное. Там уж посмотрим.
А почему мы никого из союзников не видим, я понять не могу. Потому что ночь? А, можно сменить время суток же. Оп. О, смотри, я включил день, мы всех видим. Прикольно. У меня ночь. Да ладно. Да. Это у меня локальный день, короче. А я попробую сменить. Ага, это не работает. Работает, видимо, только у тебя. Ого. XXXXRX дал мне миллион золота. Или не миллион, а 100 тысяч. Неважно. Это карта, где все миллионеры. А, блин, ты все эти таблички тут внутри построил? Нифига ты транжира места. Я думал, они нужны. Ну, они нужны. А ты где построил? Снаружи. Где? А, нифига себе, я их даже не вижу. Ну, я сейчас еще построю этих башен. А, вот, а есть Густавр левел 10. А, ну она нафиг не нужна. Блин, тут никогда нельзя построить по 4 башни, потому что они все стоят по миллиону. А кончится когда-нибудь карта или типа вот так и будем? Так вот я об этом спрашивал минут 20 назад, как бы. Мне никто не ответил. Не, ну я ждал, в тот момент я надеялся на финальные таверки. Не, ну ты этот будешь скоро эльф или не эльф? Ой, блин, я снес портал. Да я уже, наверное, холи... Так я вон холи эльф. И чё? Холи лайт. Не знаю. Что ты умеешь? Да ничего не умею. 100% мясов повесить на врага. Фрост армор какой-то улучшенный. Так. На 5 секунд там обездвижить чувака. Ой, а у меня золото прекратило добываться. Жиза. У меня случайно рудники попадали. Случайно. Ну, закончились, его падали. Холи Тавер, давай. Magic Upgrade 3. Все предметы выпали? Отлично, мы его убили. Да он, видимо, вывалил предметы по приколу. И все. Конец. Изи. Просто не было ни одного момента, где тролль был близок к победе. Ни одного. То, что он сносил стенку и мог нас ваншотнуть, это же не привело его к победе. Да? Наши башни слишком мощны. Миллион. Короче, это карта. Я понял, почему она нравится людям. Каждый хочет почувствовать себя миллионером. И если Бугатти ты там купить не можешь и так далее, то... Ну, там или акции Фейсбука, я не знаю. То ты можешь купить башню за миллион, а потом еще одну башню за миллион. Потому что на тебя работают виспы за миллион, и рудники за миллион качают для тебя золото. Вот так. А башни за миллион защищают тебя. Да, за миллион-миллион, я бы даже сказал. Реально, просто, то есть ты чувствуешь себя миллионером, чувствуешь себя финансово состоятельным человеком, и все хорошо. Ну-ка. Ресурсы, я даже боюсь смотреть на ресурсы, ё-моё. По золоту добытое, кстати, на втором месте. Но тут, в принципе, не важно, потому что ты просто строишь этот рудник, за который тебя обеспечивает... По-моему, там 220 или 230 тысяч голды в секунду. Ну, то есть там сложно нуждаться. А по дереву Павел Дарко у нас. Миллионер. То есть у него, видимо, вся база была завешена этим. Героев убито один. Изи. Ну что ж, всем пока.